Денис, приветствую тебя. Привет. Снова очередная долгожданная встреча. Рад тебя видеть. Видно. Друзья, для тех, кто следит за нашим с Денисом совместным аналитическим контентом, творчеством, мы разбираем технически и фундаментально те возможности, которые кажутся самыми перспективными, то есть самые интересные рыночные тенденции, тренды и вот вещи, которые, точнее, сделки, где, по нашему мнению, сейчас кроются вот деньги, друзья, которые нужно брать. Сегодня день благодарения в США, поэтому сразу хочу сказать, что волатильность будет оставлять желать лучшего. Да, мы можем, конечно, сослаться на то, что бывает так, что на низкой ликвидности даже небольшая по значимости, незначительная новость может спровоцировать серьезные движения. Но, опять же, я думаю, что, скорее всего, вот в рамках такой скромной проторговки мы будем наблюдать за рынком сегодня, но мы с Денисом встречаемся раз в неделю, поэтому, в принципе, наши рекомендации, они актуальны не на одну торговую сессию, а зачастую даже на более длительный период времени, поэтому будет у вас возможность, друзья, и подстроиться под эти сделки и дождаться, пока они, собственно, принесут свои плоды. Так, в качестве инструментов сегодня, которые можно разобрать, я предлагаю, давно мы не касались рынка сырьевых активов, пробежаться, ну, немножко даже опустить Форекс. Давай сегодня посмотрим на фондовый рынок США, на нефть и на золото. Нормально? Да, отлично. Супер. Так, ну что, с фондового рынка, сейчас у меня как раз график открыт, S&P, друзья, 4-часовой таймфрейм, 4712 пунктов. И можно сказать, что мы снова на исторических максимумах, ну, чуть-чуть остается, но для фондового рынка пройти там путь в несколько пунктов, это вообще как бы как нечего делать. Поэтому я думаю, что можно смело называть текущие уровни. Это уровни, которые являются рекордными для американского фондового рынка, как ожидалось, собственно. Локальные распродажи, которые начались день назад, несколько сессий назад, долго не затянулись на рынке, и фонду снова выкупили, что снова подтверждает эту неприступную трендовую направленность американских индексов, которые, возможно, грезят какими-то новыми историческими максимумами, психологическими, там, по S&P называют 4800, 5000. И, по-моему, дальше всех сити пошли, они 5200, 5500 уже метят. Да. Ну, я бы, конечно, так высоко пока не смотрел, друзья. Даже тогда, когда на своих брифингах, как касается темы перспективы фондового рынка, я думаю, 4800 вот пока что выше даже гнать не нужно. Так, вчера было очень много статистики, понятно, что из-за Дня Благодарения релизы, которые размазывались на всю неделю, их уместили в одну торговую сессию. Вчера заказы на товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице, годовые данные по ВВП, личные доходы, личные расходы. И в целом, если крупным мазком охватить весь этот статистический фон, отчеты классные. Конечно же, они подстегнули снова ожидание того, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки раньше, чем ожидалось, возможно, в середине уже 2022 года. Это привело к росту американского доллара. И, разумеется, вот эти данные, сильные отчеты, они подтвердили рыночные ожидания того, что американская экономика все-таки восстанавливается и темпами, которые сейчас опережают многие страны мира. Возможно, даже сейчас Штаты находятся в топ-3 по динамике экономического восстановления. Это взбодрило инвесторов, которые вот уже полностью отыграли сезон квартальных отчетов. Собственно, это ралли, которое видели мы последние три недели, оно было основано как раз на сезоне квартальных отчетов. Сейчас переключились на статистику, и здесь тоже пришел позитив. Поэтому длинная позиция здесь в приоритете. Так, рынок нефти 81.07. Я предлагаю, друзья, смотреть на уровень 81.50, 82, оттуда покупать нефть, потому что, как не хотели скептики, продавцы, дожидаясь решения о продаже стратегических резервов, навалиться на этот актив и увести его там в район 75 и ниже, не удалось им это сделать, потому что, опять же, решение не только США, кстати, о продаже стратегических резервов, это сделка партнерство, потому что вместе с США в ней принимают участие Южная Корея, Индия, Китай и Япония. Они вместе в формате скоординированных действий
опять же, выбросят на рынок стратегических резервов предложение почти на 70 миллионов баррелей. Если размазать, опять же, вот поступление на рынок вот этого дополнительного предложения на перспективу 3-4 месяцев, я думаю, что как раз столько времени и понадобится, чтобы реализовать вот эти резервы. Можно сказать, что ежедневное предложение вырастет, ну, максимум там на 300-350 тысяч баррелей. И, конечно же, этого недостаточно, чтобы сейчас негативно повлиять на рынок нефти, потому что мы знаем, что страны ОПЕК, которые ежемесячно увеличивают производство на 400 тысяч баррелей, могут просто на встрече ОПЕК, которая состоится следующее, 2 декабря, принять решение пересмотреть вот эти темпы по наращиванию производства и вообще отказаться от этого роста добычи. Тогда, конечно же, вот этот эффект продажи стратегических резервов будет полностью нивелирован. Короче, стратегические резервы и продажи – это не тот фундамент, на котором сейчас стоит отстраивать короткие позиции. Возможно, друзья, можно говорить о влиянии повторных ограничений локдаунов, которые сейчас, как в Австрии, возможно, в Германии, это следующие меры, которые будут приняты. Это, да, потенциально может негативно отразиться на спросе на углеводороды и привести к распродажам. Но пока Германия не объявила о локдаунах, о серьезных ограничениях, давайте не будем паниковать, додумывать как бы сами вот этот фундаментальный негатив, его нет. И в связи с тем, что распродаж не последовало на текущий момент, я думаю, что рынок нефти будет дальше выкупать. И вот, собственно, уровень я предложил вам с стопом на отметке там 80-20, 80-50. И ждать уже нефть в районе 85 и выше. Что касается золота, я в последние несколько дней оставил, на самом деле, в покое фундамент по золоту и больше сфокусировался на индексе рыночных настроений, именно на позиционировании большинства и меньшинства. И такой подход начал приносить свои плоды, потому что я прекрасно понимаю, что когда такой перевес на рынке, столько людей золото покупают, а это толпа большинства, золото идет как бы против нее. И вот обвал, который, друзья, вы сейчас видите, это часовой таймфрейм, как раз доказывает то, что рынок движется против толпы. Сейчас в моменте смотрю на индекс рыночных настроений, по-прежнему большинство в лонгах. Поэтому допускаю, что по золоту мы еще не добили уровень, который можем сделать более низкий. И, возможно, опять же, моя субъективная оценка – это где-то в районе 1750 он лежит уровень поддержки, куда золото может прийти. Хотя медианная оценка многих инвестбанков предполагает, что вот это нисходящее движение может быть остановлено где-то в районе 1770. Поэтому, друзья, принимайте решение, какой уровень вам кажется более интересным, докуда хватит нервов, собственно, досидеть и не зафиксироваться. Но я думаю, 1750 мы реально можем увидеть. Денис, слово тебе. Так, а мне как раз есть что сказать. Сейчас, секунду, отлично, мой экран должен быть виден. Значит, касательно фондовых индексов. Здесь я полностью поддерживаю. У меня вот еще с понедельника для подписчиков закрытого канала делал как раз анализ по S&P 500. И здесь у нас была первая зона. И на всякий случай, как резервная, указана вторая для покупок. То есть цель у меня тоже 4800, как это новый исторический максимум. То есть, естественно, мы не знаем, где там цена может их сформировать. Все-таки индексы, как обычно, особенно в преддверии новогоднего предстоящего ралли, конечно же, выгоднее всего покупать. Тем более, вот объемы у нас основные есть как раз в процессе, когда цена вот сформировала кульминацию. Поэтому я склоняюсь к варианту, что резервную даже зону тестировать не будут. С основной пойдут вверх. Цель 4800. Собственно, NASDAQ тут очень похожая картина. Идеальнейший отскок от зоны покупателей. То же самое ожидает движение вверх там, в район как минимум 17 тысяч. Поэтому фондовые индексы у нас жестко в рост. И причем такой весьма существенный еще. То есть пока еще есть у них порох. Так что здесь я с тобой полностью солидарен. 4800 по S&P 500 точно так же, как и ты, ожидаю. Угу. Касательно нефти. Нефть на этой неделе, если честно, у меня были по ней некоторые сомнения, то есть добьют, не добьют, тут в район где-то 74, потому что
Как бы нисходящее движение, да, я его тоже оцениваю как коррекцию. Вот. Но единственный вопрос был касательно, насколько глубокая будет эта коррекция, потому что уровней здесь много. Ну, их реально действительно много для поддержки. Очень сложно выбрать, какой будет наверняка. Поэтому я всего лишь ждал, пока сформируют более-менее какой-то значимый паттерн для входа. Поэтому здесь я склоняюсь к варианту, что где-то, ну, так, навскидку диапазон там 70, это по VTI, 76, может там 76,5 цена в рамках внутренней коррекции протестируют. И затем пойдет уже вот эту всю зону вращения. Здесь очень хорошая зонка вращения на самом деле сформирована. И пойдет уже ее полноценно пробивать к верхним границам. Потому что я вот смотрю сейчас с оглядкой на опционы, которые текущий месяц, текущая неделя и следующий месяц, у нас очень большой перекос, здесь ну, где-то процентов 60 больше все-таки ожидания именно у институционалов покупок. Вот, следовательно, если у нас крупняк ожидает именно рост, то в моменте, да, там как-то цена может корректироваться, там просаживаться, но стратегически это абсолютно ничего не меняет. Вот. И в целом, тут я с тобой соглашусь, только ты по бренду смотрел, у меня по VTI, но общая корреляция у них в любом случае одинаковая. И поэтому опционы здесь тоже подтверждают тот факт, что у нас коррекция либо уже закончилась вниз, общая, которая была, или будет еще там внутренний ее сегмент, и, соответственно, уже после этого разворотка вверх. Потому что внизу здесь фактически ну, только уровень есть, и толком как бы опереться больше не на что. Что касается золота, по золоту здесь я склоняюсь к варианту, что у нас будет тестирование вот такой зонки продавцов. Как по мне, очень логично она здесь выглядит. Значит, сейчас покажу этот диапазон. Это уровни там, в районе 1802 там, плюс-минус и 1812-13. С этой зоны, это зона продавцов, ожидаю все же отскок вниз, тем более активности на американской торговой сессии я не думаю, что у нас особо будет, потому что хоть CME работает у нас сегодня-завтра, но основной ликвид все-таки будет гулять, отдыхать. Вот, так что от них еще крайне не хватает ретеста вниз, причем с обновлением минимума. Вот сейчас покажу по кумулятивной дельте, думаю, понятно почему. Потому что кумулятива у нас при отсутствующей, практически напрочь отсутствующей реакции вниз, у нас кумулятива просто уже взлетела. Чаще всего это означает, что движение вверх у нас происходит на частичной фиксации продаж. То есть, соответственно, это обратно у нас сделки будут рыночные покупки, которые проходят по аскам. И также по аскам у нас проходят еще и лимитные продажи. Поэтому здесь и фиксация происходит продаж в виде покупок и также еще и лимитными продажами подогревается, поэтому у нас такая кумулятива просто взлетевшая в небеса. Абсолютно аналогичную ситуацию можно наблюдать, когда кумулятива была при именно растущем рынке падающей, то есть когда первый импульс, например, вот здесь прошел, сильно падающая кумулятива, видим, что получилось здесь то же самое, рынок немного буквально откорректировался, сильно падающая кумулятива, снова перехай дали, поэтому здесь нечто аналогичное только для движение вниз, то есть я ожидаю, что сюда в эту зонку цена зайдет и от нее снова отвалится вниз, как минимум тестировать либо в ближайшую в районе там 1778, 1770 или более сильную, более стратегическую здесь накопительная зона, это так называемая зона вращения. В общем, от одной из этих зон уже снова новый рост. Ну, я думаю, мы об этом с тобой как раз поговорим уже на следующей недельке на нашей встрече. А сейчас пока что все-таки я буду за добой вниз выступать. И, насколько я помню, у тебя аналогичный взгляд на эту же ситуацию. Не знаю, конкретизировал по зонке. И плюс вот еще таким шпилем торчит здесь крупный лимит именно в стакане ордеров у крупняка, вот видно по аску 100, 105, у нас в двух ордерах получается, да, это по аску, это два крупных sell лимита у нас здесь засели. Так что, дерзаем. Спасибо, Денис, за точку зрения, разумеется, за такой обширный, развернутый технический анализ. Дело осталось за малым, друзья. Дождаться движений и, конечно же, отработки тех целей, которые мы с Денисом обозначили. Денис, большое тебе спасибо за то, что смог найти время. Тебе хорошего трейдинга на низколиквидной сети, хорошего закрытия недели, классных выходных. И увидимся на следующей неделе. Спасибо. И тебя, хоть не с нашим праздником, но с Днем Благодарения тоже. Все, отличных выходных, друзья, тоже не забывайте про риски, контролируйте, всегда ставьте стопы. Верно.
Пока. Пока-пока.